Вышли в ринг. С 21 по 23 сентября наши боксеры приняли участие в открытом первенстве города Новокузнецка среди юношей. В результате трехдневных поединков воспитанники Междуреченской спортивной школы Олимпийского резерва по единоборствам заняли 4 первых и вторых места. В Новокузнецке соревновались боксеры 14-15 лет. Кроме хозяев, в ринг вышли спортсмены из Таштагола, Прокопьевска, Киселевска, Осинников, Мысков и Междуреченска. Победителями первенства стали представители Междуреченской школы. Сергей Кулак, Андрей Исаев, Василий Белоусов и супертяжеловес Гани Юсубов. Тренер команды Ильдар Кутлыбаев. В Тюмени состоялся турнир российского теннисного тура среди юношей и девушек до 13 лет. В первенстве участвовали спортсмены из Москвы, Омска, Красноярска, Томска, Перми, Нижнего Тагила. Кемеровскую область представил Иван Тимофеев. Междуреченец обыграл соперников из Красноярска. Из 32 заявленных мест стал 16-м.